Артур ходит в кустах. У меня что-то выпало, что-то подозреваю, ну я не знаю. Блин. Ой, нет, это не то. А, вот, вижу. Вот шарик. Ну, шарик еще. Золото? Блин, он золотой. Не гони. Золото нашла. Я в шоке. Я в шоке. Это серьезно золото? Конечно, золото. Прикиньте. Блин. Друзья, не зря тебе эти сны снились, ты говорила. Ты прикинь? А такая ходит унылая, говорит, Артур, пошла тебя на пушки. Пошла я, наверное, по краю поля пройдусь. Я в шоке. Реально золото. Золото. Я, не может быть. Вот это дед хабар тебе на Новый год, а? Я в шоке. Я в шоке. Вот это, друзья. Это жесть, я не могу. Никогда не отказывайтесь ехать после Нового года. Золото, ты смотри, какое тяжелое. Золото. Золото тяжелое. Мне немного мелькнуло шарик. Я думаю, да блин, ты что? Уже находились здесь, ну неужели вот реально? Это... Солнце. Ты здесь уже находила, ну это вообще. Еще раз. Друзья, блин. Я просто буквально с краю в шоке. Вот копнула Денис. Молодец. Я не знаю, как на него реагировать. Это наше... Капец. Третье золото. Да. Классно. Вот такая находочка. Поздравляем Женю. Такая бусинка малиня. Тут такая мусорка везде. Я просто в шоке. Ну это ихнее золото. Осталось узнать, кто. Татары, орда или скифы. Просто офигеть. Я вообще не верю. Сейчас всех обзвоню. Надо Юрке срочно позвонить. Сейчас, Юра. Мы только с ним разговаривали. Ну все, поздравляю. Реально такое тяжелое. Тяжелое. Ну оно оплавишь. Тупо оплавишь золото. Капец. Тупо оплавишь золото. Не может быть. Вообще. Вот это да. У меня там тоже сигнал, пошел я копать. Все, Женя, поздравляю тебя с зачетной находочкой. Вообще, просто супер. Поехали дальше.